Яна просит, чтобы ты еще раз повторил, как что Вадик сделал Бобика, скажи. Вадик сделал Бобика. Родил, в смысле, или что? Спасибо. Родил или что, спроси. Ну да, или слепил из глины все утро, лепил Вадик и слепил Бобика. Вот так Нива и... И Бобик. Так, ну это второй участок харда. Было больше времени, можно было бы на два спецучастка коротких разбить. А так как времени, световой день небольшой, и времени не хватает, трасса с элементами лайта, хард. Шикарные тут места, Карпаты местные. Видите, такие горки, лес. Местами глинистая почва, должно быть хорошо. Так, судя по звуку, первый участник уже там рубится. Чем хорош RFC? Короткие спецучастки на виду, и все могут все увидеть. Вот эта гора. И по полному бездорожью должны ребята подняться. Просто там дороги не было, она организовалась именно во время прокладки спецучастка. Хорошие нашли маршрут, ребята. Я думаю, вам понравится, не знаю. Так, друзья. Кто-то едет уже. Мы прямо на спецучастке. Судя по звуку, это Бобик. Трудности с его запасом мощности, размером шин, ходом подвески. Да. Красиво идет, уверенно. Остальным будет посложнее. Тут и Нивы, и Шевроле Нива есть. Пошел на спецучасток. Быстро, да, так? Полок перчатки надо резать. Ага.
Время, они так быстро все. Ну вот эта трасса тоже. Одно направление, второе направление, сюда возвращаемся. Ну эти ребята шли навстречу, говорят, им было просто. Но такого уровня машина одна сегодня. Остальным может быть сложнее. Но очень мягкая, раскисшая почва. Самурай тут ехал, Бобик тоже. Нивы тоже должны ехать, не проваливаться. Да, спецучасток. Хорошая природа, хорошие места, но харду несложно, наверное, будет здесь. Машины, хотя разной подготовки, кому-то будет сложно, кому-то несложно. Слышен звук боевой Chevrolet Нивы. Приедет к нам подниматься здесь. Интересное место. Слышно его уже лучше. А вот уже и видно. Шустро идет. Просто едет и все. Да, очень уверенно. Блокировки, сильвера, минимальный вес. Что творит. Да. И ушел. Красиво. Закончилось.
подъемы. Теряется, конечно, время на лебедку, но... Так, опять я прошел всю трассу. Шевроле Нивы, слышны звуки. Достаточно громкие, хотя мы далеко. Такая травка высокая, высохшая. Зимы нет, короче. Идеальный день. Борьба идет. Поставили якоря напротив сложных выходов. Хотя такой класс должен работать со своими. Ну, не у всех есть. Тем более, это такое у нас открытие легенькое. Посмотрите, какое четкое место. Телевышку даже видно, друзья. Весь Киев как на ладони. Не совсем весь, но что-то видно при такой видимости. А телевышка отсюда
километров 20, наверное. Не меньше, даже по прямой. Вон где она, а где мы. Изначально планировали вот здесь сделать только хард, вот этот короткий спецучасток. Потом решили добавить. Интересно, здесь борьба основная, наверное, будет. Так это выглядит изнутри. Так, какие-то звуки. Выбрался. Что-то тарахтит уже жестко. Так, серьезный пилот приехал. Третий участник, класс прото. Нива в этом классе заявилась. Бежит штурман, очень известный. На космонавта похож. Товарищ космонавт, а куда вы бежите? Так. Видите, тут чётенько. Подвисло. Подвисло, не хватило клиренса. Штурман просто бугай нереальный. Ну, бугай нереальный. Ты видел? Побежал за... Якорь стоит. Вадик, стой! Трос попал под бампер. Отдай трос! Трос отдай! Пошел! Да. Сейчас тут спуск. Следующее интересное место. Красиво. Очень четко и уверенно. Очень уверенно. Красиво. Да, Владик. Да. Это вам не Шевроле Нива. Вот тут интересное место. Вертикаль. За кого зацепиться. Стена. Yeah.
пошел на финиш. Блин, как сверлит четко. Вадик вообще налегке прошел очень сильно. Легке. Влад, ну заедешь ты на Запорожце? Тут сложнее тебе, да, будет, чем ему? Ну как, с разгона? Вадик сделал Бобика, Крис только что сказал. Да, Вадик сделал. Еще раз. И повторить сделал Бобика, прикольно. На камеру. Я напросил, чтобы ты еще раз повторил, как, что Вадик сделал Бобика, скажи. Вадик сделал Бобика. Родил, в смысле, или что? Спасибо. Родил или что, спроси. Ну да, слепил из глины, все утро лепил Вадик и слепил Бобика. Вот так Нива и... И Бобик. И Бобик. Ну хороший этот спецучасток, да, четкий. Казалось бы, да.